Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами будем печь сырники в духовке. Да-да, именно в духовке. Те из вас, кто еще этот рецептик не пробовал, уверяю вас, это будет ваш любимый рецепт. Потому что в нем наименьшее количество калорий, не нужно мыть большое количество посуды, готовится очень быстро, получаются воздушными. И печь их можно в силиконовых формах от кексиков. Итак, записываем рецептик. Для этого нужно 400 грамм творога любого, 4 яйца, ванилин, 5 столовых ложек сахара, сметана большой жирности, я беру 20%, 1 пакетик разрыхлителя, если у вас есть, у меня нет, поэтому я буду использовать чайную ложку соды, гашеную в уксусе. Также я возьму 6 столовых ложек манной крупы и 3 столовых ложки кукурузной муки. Этот рецепт вообще используется без пшеничной муки. Сначала все жидкие ингредиенты вбиваем в чашу блендера. Я буду заводить прямо в чашу блендера. У кого нет или блендер погружной, взбиваем в чашки. Это очень удобно. Взбиваем яйца. Затем кладем сахар. 5 столовых ложек. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это на любителя. Кто-то захочет сделать и послаще. Можно добавить сюда изюм или любые цукаты. Это тоже приветствуется по вашему вкусу. Добавим сюда творог. 400 грамм. Также ванилин. Немножечко посолим, щепоточку. И поставим взбивать на большую мощность на 2 минутки, чтобы масса наша превратилась в однородную. У нас получилась вот такая консистенция. Смотрите, жидкая. Творог с яйцами взбился. Получилось тесто, как на блины. Теперь сюда мы добавляем 6 или 7 столовых ложек манки и 3 столовых ложки кукурузной муки. Кукурузная мука придает рассыпчатость, поэтому мне она очень нравится в выпечке. Я ее часто использую именно в сырниках и в творожных запеканках. Добавляем 300 граммов жирной сметаны. Коробочка у меня 450, поэтому я добавляю 2 трети. Вот такой настоящий прям сметанки туда. Теперь добавим чайную ложечку соды и погасим ее уксусом. И взбиваем до готовности еще одну минуточку. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Пока оно еще очень жидкое. Но так как там манка и кукурузная мука, мы должны дать ему постоять в течение 15 минут. Тесто наше обязательно настоится, загустеет. И тогда мы разольем его по формочкам и будем печь. А пока готовим духовку. Включаем ее на мощность 190 градусов. И выпекать будем примерно полчасика. Итак, наше тесто настоялось 15 минут. Посмотрите, как загустело. Это набухла манка. И теперь наливаем его в формочки. Лучше по половинке, чтобы не убежало. Кексики готовые, творожные, мы ставим разогретую печь.
Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какие они пышные, как хорошо поднялись. Хотя мы наливали только по половинке. Пропекаем и пробуем на готовность. Зубочистка сухая, но в любом случае. Похожи они на пудинг, поэтому я считаю, что торопиться и доставать их из форм не следует. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.